ездишь, не знаю, где и махает он. Ездишь, не знаю, где и махает он.
Ездишь, не знаю где, и махает он мне. Есть один, да? Есть. 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 Есть.
более победе у них была. А это не вообще подвела. Фрик, ничего страшного. Есть слово, что тебе фрика. Более победе. Да, да. Где этот знаменитый пилот? Это штурман. Это не Слав. Они морозят. Это который. Награда дает своего героя. Да, да, да. Команда «Ухты» заняла почетное 11 место. Есть чему стремиться. Память и дипломы. Спасибо. Я поняла, что... Паша. Люд. Что мы можем делать? Чай будет, да? Да. Поцеловал. От наших друзей с мусором. Да, да. Фоточки. Салфетки, чтобы... На 10 место. Максим. Ава. А где Максим? Да. И с ним ехал Денис Кравцов. Почетное 10 место. Доверенное лицо. Спасибо вам за участие. Я передал. По спортивному этапу начали. Максима. Он недоверенное лицо. Надо у него доверие посмотреть. Ему нельзя доверять. Он сепаратист, ему нельзя доверять. Вето для меня. Они выйдут почетное 10 место. Да. Итак, у нас почетное 9 место. А там написано. Посмотрим у Макса, пойдем посмотрим. Чичиро Роман. Он был один. Мы на последнем возрасте. Спасибо огромное, что вы приехали. Человек ехал один. Приезжайте, да. Если вы хотите. Да, конечно, да. Хорошо. На 8 место занял у нас Савран Максим. О, Максим! К сожалению, очень хорошо заточенная машина, но карбюратор надо работать. Пауков не помогает. Инжектор ставить. Да? Приезжайте. Шестое место. Максим Яцук. Опять шестое. И Татьяна Петренко. Шестое. Молодец! И двое детишек. Немножко разделяло совсем от третьего. Поздравляю тебя. Прибудете на то время. И Винский Александр мне подсказал. И Винский Александр и Анатолий. Он пройден. А где Танюха? Где Танюха? Танюха, ты раздеваешься, нет? Ну, тоже четвертый, странно. Что тут не так? Итак? Баллы штрафные, то... Было бы, может быть, лучше там второе, может быть, первое место. Но, к сожалению, третье место, вот к счастью. Миша Владимир. Нет, видимо, это второе.
Данюха, раздевайся! Руслан шел к этому долго. Забываю, да. Путаюсь. Все время забываю. Ну какие Руслан? И Виталий. Ура! Поздравляю! На Ниве. Полагаю, такие Нивы вообще всех. Нивы разорвали всех, короче. На чем будет? На Ниве. На Ниве. Шампанское. Все, в следующий раз едем потихоньку. А что нам за кубок остался и три бутылки такие? На заднем приводе едем. Эвакуатор не потащил дальше. Многие, прикинь, и награждений не дождались, ты что ли? Да. Ого. Что там, давай ехать по трассе нормально. Сейчас люди...